лично не моя проблема. Да? Может быть. Поговорим о чем-нибудь еще. Может быть. Может быть. Thank you.
Thank you.
Уршак приветствует друга. У друга есть улу-мулу. Быть хороший друг не забудет нести улу-мулу в руке, когда пойдет по мосту. Как дела, дружище? Уршак, быть здоров! Уршак теперь ищет свой улу-мулу. Может быть, Уршак вернется со своим улу-мулу домой. Друг пришел, когда нужна помощь. Всего хорошего. Что ты делаешь так близко от города? Уршак смотрит на братьев дома. Уршак думает, Крушак скоро проснется. Уршак ждет здесь. Будет сражаться, когда Крушак проснется. Спящий скоро проснется? Надеюсь, ты ошибся. Судя по тому, что я уже слышал об этом демоне, ему лучше оставаться спящим. Когда мы встречались в прошлый раз, ты сказал, что братья запечатали храм. Братья Уршака запечатали храм в земле очень хорошо. Друг не может идти туда. Друг использует магию братьев, которые сыновья духов, как Уршак. Где мне искать эту магию? Должен идти в пещеру братьев, которые сыновья духов, как Уршак. Но друг должен использовать магию осторожно. Братьям Уршака не понравится. Улу-мулу не поможет, когда друг использует магию. Теперь друг должен взять символ у колонны. Теперь символ открывать врата храма. Thank you.
Thank you.
Oh!